Итак, ребят, всем привет! С вами Димон Робокс, ваш любимый. В этом видео мы будем с Никитой, я говорю вам, обещал РПшечку по Бравл Старсу с Никитой. Когда наберет 150 подписчиков, вот вам, вуаля, 150 подписчиков, видео совместно с Никитой. Итак, ребят, лайкос поставили, подписались на канал и прожмите лайк обязательно. Поставь свой самый топовый комментарий. А мы уже погнали в катку. Итак, ребятки, мы уже в каточке. Как видите, наш любимый Никита. О, как мы уже давно ждали эту РПшечку, да? По Бравл Старсу. Я вообще так хотел вместе с Никитой снять, но просто так получилось, то, что мы стали реже созваниваться. И снимать видосики для вас тоже реже стали, понимаете? Так бы мы бы рады бы только бы снимать для вас. Вот. Чуть-чуть слили, ребят, ничего страшного. Сейчас поднимем кубасики. Так, ребят, погнали сейчас. Вот. Обязательно поставь лайк, если ты не подписан на канал, обязательно подпишись на канал. Потому что мы тут снимаем самые крутые видосики. Я не знаю, что, ребят, делать, просто тут будем сейчас... А, кстати, ребят, точно, поздравляю вас с летом, кто на каникулах, обязательно поздравляю вас. Прям большое вам поздравление от меня, от Димон Робокса, поздравление вам. Вот. Я не знаю, давайте я могу про меня что-нибудь рассказать, что-нибудь. Даже не знаю. Но сегодня видосик будет просто бомба. Обязательно поставь лайк просто, потому что сегодня у нас видосик бомбочка просто. Вот. Так, давай, Никита, банки бери. Вот, напишите просто в комментах, кто соскучился по Никите, как мы просто скучали по нему вместе играть. Я лишь, честно, реально соскучился, мы уже вместе давно не встречались, не созванивались. Я очень хочу с ним уже встретиться, наконец, но он в деревне. Вот, поэтому... Не получается у нас, я что-то умираю всегда. Так, все, взял себя в руки, все. Нормально себя буду вести, потому что что-то я как-то стал как-то не очень себя играть. Вот, ребятки, уже подняли кубасики. Очень хорошо. Ух, а я-то как соскучился по Никите. Все, наконец-то вместе. Вот, ребят. Кто хочет, чтобы мы вместе играли, снимали видосики просто бомбовые, обязательно поставьте лайк, потому что мы уже давно не снимали с ним видео. Если вы хотите, чтобы мы снимали видео, обязательно поставьте лайк. О, братанчик, там уже тоже такой же смайлик поставил. Ой-о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 й. Уходи, 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 Никита. Ой-ой-ой-ой, сейчас... Офигеть, ну это хорошо очень. Баночек у нас много. О, какой хороший братанчик. У меня баночки ждет, пока я возражусь. Спасибо тебе, бро, пошел. Сейчас я возражусь, заберу баночки. Оп. Хе-хе, тимица. Вот. Ребят, следующая цель 200 подписчиков, будет просто бомбовое видео. Я сниму с Никитой, мы будем втроем еще с другом Артемкой, скорее всего. Когда будет 200 подписчиков, я вам обещаю, гарантирую просто. Мы давно уже Робокса не снимал, что не с Никитой, что один не снимал. Сниму для вас, знаете что? Сниму паркур, как мы и с Никитой, и с Артемкой есть, ну, друг наш есть, особенно Никитин. И мы вместе снимем, как мы проходим паркур в Робоксе. Будет бомбовый видосик. Поэтому обязательно подпишись на канал, если ты же хочешь, чтобы это все вот было. Вот. Обязательно поставь лайк и подпишись. Все, больше не буду просить, просто вы уже, наверное, устали. Вот. Но видосик будет бомбовый. Ай-яй-яй, Никита, уходи. О, спасибо, стенки раскрыл. Ой-ой-ой-ой, уходи, 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 Никита, Никита, уходи, уходи, уходи.
Есть, ребят, топ-1, топ-1. Оп, хоп, хоп, почти вернули. Прикинь, сейчас 35-й ранг на Леончике. Наконец-то апнем уже просто. Я так мечтал уже на Леоне 35-й ранг сделать. Сейчас апнем Леончика на 35-й ранг. На этом видео кого-нибудь будем другого апать просто. Ну, зато смотрите, что мы сделаем, ребят. Знаете, что? Убьем двух зайцев, как говорится. Мы, получается, откроем... Я открываю новый сезон с Никитой Пуша. Я делаю вызов Никите. Никита, ты, наверное, меня слышишь, когда я выложу ролик. Ты меня услышишь. Я тебе делаю вызов, предлагаю тебе вызов пушить какого-нибудь рандомного правлера. Есть правило. Я, короче, сделаю правило. У меня есть такое приложение, рулетка, которое выбирает рандомного бравлера. Да, Никит. Я хочу выбрать рандомного бравлера, которого мы будем пушить. Которая рандомная рулетка покажет рандомного бравлера, того и мы будем пушить с Никитой. Это будет просто бомбово. Блин, чуть-чуть сдох, но Никита одной баночкой, это, конечно, вообще... Тут Никита, если поймает, то это плохо. Ну ничего, выживаем. Выживание в лесу. Вот такие у нас правила, ребятки, будут. Пуша. Вы заметили, я такие стал бомбовые видео в последнее время делать. Правильно вы заметили, да? Давай, умирай. Почти 12-го баночного Фрэнка добили, прикиньте, пацаны. Вот если бы его добили, то прям точно бы лайк сделали бы. Точно бы лайк. Аккуратненько, Никит, не прыгай. Я, конечно, мечтаю с вами снять паркур. Это, конечно, будет бомбово, уходи. Блин, ну ладно, третье место, ребят. Ничего страшного. О, мы подняли кубасы. Пацаны, мы подняли кубасы. Сейчас почти 35-й ранг. Почти 35-й ранг. Конечно, получится у нас коротенький достаточно видосик, но очень бомбовый. Очень бомбовый видос. Просто бомбовый видосик. Получится. Хоп. Ну-ка, сейчас подождите-ка, ребятки. Угу, напишем. Ой, что я сделал. Игра вылетела. Погнали, ребят. Сори, извините. Приношу свои извинения, то, что у меня вылетело. Просто извините чуть-чуть, у меня так получилось. Каточка у нас. Не, ну мне кажется, годная РПшечка получится у нас сегодня. Я думаю, годненькая РПшечка. Если же вам нравится, которое я видео снимаю в хорошем формате, вы видели, у меня есть еще один аккаунт под названием Иквак. Я его сам сделал. Вот, не судите, я там иногда чуть-чуть, ну, не очень играю, но в целом хорошо. И самое главное, знаете, в чем? То, что если вам нравится видео в таком формате, в суперкрутом, я там оформляю красиво, очень, то обязательно подпишись на канал, если ты смотришь мои видео, но без подписки, подпишись, я тебя умоляю. Я мечтаю 200 подписчиков, моя мечта реально. Ребят, если ты еще не подписан, обязательно подпишись. Это будет мне очень будет приятно. Очень-очень супер приятно будет. Ай-яй-яй, РПшечка у нас не очень. Давай. Никита, блин, я боюсь, просто меня сейчас убьет. Фух, банку подобрал хотя бы. Есть, затащили, ребята. О, просто вот так сердечко вам. Просто теперь, просто скрин. Просто смотрите. Все, ребят, Леончик на 35-м ранге.
Так, ребзики. Итак, ребятки, все, вы думаете, все, ролик заканчивается? Нет. Минутку, одна пауза. Сейчас я вам хочу рассказать про один сайт. Сейчас мы к нему переместимся. Так, ребят, секундочку, внимание. Итак, ребят, всем привет, мы уже на сайте. Я вам хотел бы рассказать про сайт bravostars.net. Это проверенный сайт, на котором вы можете задонатить Brawl Stars или же открыть за какие-то разные миссии или квесты бесплатные ящики. А тут вам может выпустить любой рандомный бравлер, который вам очень понравится. И этот бравлер будет вам перемещен на аккаунт. Всем спасибо за внимание. Обязательно используйте сайт bravostars.net, ведь этот сайт очень проверенный, рекомендованный лично от меня. Всем спасибо за просмотр. Итак, ребят, все, завершаем наше видео. Всем спасибо, ребят. С вами был Димон Роблокс. В этом видео мы апнули наконец-то нашего долгожданного Леончика на 35 ранг. Всем спасибо, ребят. Поставил лайк, подписался на канал. Ну а с вами был Димон Роблокс и всем пока-пока! Топим лишь вперед. Ай да на рахате, пылающим закате, черная ласточка нас унесет. Топим и топим.